Активность сразу с первых минут. От бойца в красной майке очень активно начали ребята. Главное, чтобы не растратили весь свой боевой потенциал к концу боя. И продержались достойно все три раунда. Ведь сегодня у нас 23 февраля. Напомню вам, что это День защитника Отечества. И сегодня наши бравые ребята, мужчины и все спортсмены отдаются на полную катушку в этом ринге. Александрович Моисеев одержал боец синей майкой. Аплодисменты! Аплодисменты и награды вам, конечно же, прямо сейчас, прямо в ринге вручатся. Аплодисменты еще раз ребятам. Достойно они выступили, достойно представили свой город и вообще всю республику Татарстан сегодня, кстати. Все достойно представляют Республику Татарстан и активно борются на нашем ринге.